По графику у нас уже первый этаж должен быть перекрыт. И уже должны на второй перейти, по-моему. По графику. По графику, да. То есть дней 20 у нас есть отставание на сегодняшний день. Бетон, он получается с противоморозными добавками до минус 15 градусов, то есть бетон уже приходит в таком подготовленном состоянии. Плюс после заливки производится его обогрев, то есть предварительно в арматуру вставляются кабеля греющие, и, соответственно, после заливки они где-то дня 3 подогревают этот бетон, чтобы он быстрее набрал прочность. Честно говоря, меня порадовало то, что я сегодня увидел на стройке 160 человек, людей, которые занимаются только монолитом, не считая остальных рабочих и не считая ИТР. Это, в принципе, нормально. Темпы набраны достаточно хорошие. Я думаю, что если все пойдет с такой же скоростью, то в феврале месяце закроем полностью контур стройки и пустим тепло, для того, чтобы производить отделочные работы внутри.